Сегодня у нас снеговик. У-у, снеговик. У-у. Привет, ребята! Привет! Вы на канале My Little Nastya. Сегодня мы будем делать снеговика из стаканчиков. Правильно! Ребята, к Новому году осталось всего-навсего 2 недели. Да. И мы продолжаем к нему готовиться. Сегодня будем делать, Настя уже сказала, снеговика из пластиковых стаканчиков. С моей куклой. Помощница. Елочка-красавица наша стоит, мы ее нарядили, а теперь сделаем ей компанию. Чтобы ей не было скучно. Да. Готовим. Мне будет помогать моя кукла. Как она называется? Бетти спагетти или как? Да, Бетти спагетти. Потому что у нее волосы спагетти. Это что, мы за минуту делаем это все? За секунды. За секунды? Папа, снеги стаканчиков. Так, стаканчики надо соединить вот так между собой. По кругу. Делаем первый ряд. Выставляем вот таким вот образом. Я вам хочу помочь. Саш, помогай. Настя, помогай. Я возьму вот эту часть. Держи стаканчик. Давай, выставляем первый круг. А потом будем соединять. Да. Можно вот так их приклеить скотчем, чтобы держались. А потом можно скотчем, можно клеить пистолетом, можно степлером. Разные способы. Мы сделаем степлером, так быстрее и надежнее. Да. Ой, я не могу стаканчик достать. Все. Вот примерно вот такой у нас должен получиться. Да. Снеговик. Да. Сначала есть. Да. Теперь оно не падает. Какие сверху, какие снизу. Я мальчик. Настя, обруч. Так обычно. Королева. Снежная королева. Давай, одевай. Нет, это самая. Вот радуга. Так. Смотрите, это радуга шатается. Давай. Эту процедуру надо делать только под присмотром взрослых, потому что здесь есть степлер. Да. Последний элемент первого круга. Хоп. Смотрите, что у нас получилось. Класс. Вот такой вот диаметр нашей сферы будет. А я пока шагаю. Давайте посчитаем, сколько стаканчиков пошло. Один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 штучки. 23. А я пока еще делаю башню. Следующий ряд выставляем вот так, только немножко с углублением. И у нас каждый последующий ряд будет подниматься, подниматься, подниматься и будет меньше число стаканчиков. Поехали. Еще, Саш. Вот так вот, видите? Класс. Получается уже конус. Немножко наклончик. Настя, еще чуть-чуть и платье будет для тебя. Давай примерим, Настя. Зарезай. Саш, подержи. Да. Ручки. Опа. Держи, Настя. Танец маленьких людей. Танец. Покружись, покажись нам, Настя. Танец балерины. Балерины, да. Продолжай. Картина. Ставьте нам лайки. За наше творение. Добрый вечер. Это канал My Little Nastya. И я ее постоянный ведущий, папа. Сегодня мы творим, готовимся к Новому году. Поддержите нас лайками. Йоу-йоу-йоу. Ребята, пишите в комментариях, как вы думаете, получится у нас красивый снеговик или нет. Мы надеемся, что у нас все получится. Я стараюсь, я думаю, получится. Все стараются. Саша старается, Настя, мама. Делаем третий ряд. Смотрите, что у меня получается. Красивая башня, или это замок? Это замок? Это видео называется «Учимся творить». Папа,
у меня очень красиво получилось. Папа! А я пошутил. Вот такая у нас получилась полусфера. Шляпа. Смотрите. Шляпа, одевай. Класс. Саша, ты как грибочек. Вылупился из яичка. У тебя волосы кучерявые. Пудель. Мама, смотри, какая у меня красота. Красивый замок у тебя. А в замке живут папа и Саша. Привет. Привет. Вот с этой стороны, ребята, сделаем несколько рядов еще. Это будет основание нашего снеговика. Он будет вот так вот стоять на нем. Оп, смотрите, какая здесь тоже красота. Тарелочка получилась. Вот и первый полушар готов. Еще да. Не хватает вот такого. Сейчас делаем второй такой же, только поменьше. Да, а я пока еще буду делать очень много замков. Вы здесь оба поместитесь. Вот такой грибочек у нас. Зонтик. Все, я слезаю. Для второй сферы соединяем в первом ряду 18-19 стаканчиков, где-то так. Начинаем? Да. Трюки от папы. Фа. Первый ряд готов. А вот такой замок построила Настя. Какой красивый получился. Как елочка. Да. Еще раз. Ничего страшного, это еще стаканчики. Они когда захотят, то падают. Когда падут, вот так. Стаканчики падают. Настя, как мы пели? Сегодня у нас снеговик. Снеговик. Теперь это будет у нас самый огромный замок. Ну давай, удачи. Мы построим самый огромный. Мы подготовили для тебя стаканчик. Вот. Спасибо. Еще вот. Спасибо, Настя. Видишь, какая я добрая. Самая классная девочка. Папа, привет. Привет. Вторая полусфера почти готова тоже. Классно. Снеговик уже готов. Это нос надо. У меня все падает. Сейчас приклеим. Ребята, у меня все падает. Это нечестно. Этот поменьше, но получается чуть аккуратнее. А третий будет уже голова. Еще поменьше. Да. Уже я начинаю. Кстати, скажу вам по секрету, делается пока все легко и просто. Посмотрим, получится у нас или нет. Как вы думаете, получится у нас или нет? Конечно, получится. Поддержите нас, ставьте нам много-много лайков. Миллион лайков. Вот что у нас получилось. Вот такая вторая сфера. Мы ее до конца тоже не заделываем, чтобы у нас было все устойчиво. Первую, думаю, надо еще доделать. Только сделаем голову, если останутся у нас стаканчики, сделаем повыше первую сферу. Так, сейчас переходим к третьей сфере. Это у нас будет голова. А где Настя? Привет! Привет! Я даже могу отсюда. Какой огромный! Просто Настя, точно! А я думала, что оно уже склеено. А оно оказалось... Сейчас мы его доделаем. Да. Переходим к третьей сфере. Да. Готовы? Мы решили немножко приукрасить нашего снеговика, добавить ярких цветов. Это у нас будет не голова, а это будет средняя сфера, туловище. И мы добавим поясочек красного цвета. Да, Настя? Да. Смотри, какую я штучку сделала. Что, это самолет у тебя получился? Да. Смотри.
смуглее и с глазами. Классно. Вот такой поясочек у нашего снеговика получился. Ой, какая красота. Угу. Сделаем еще один ряд белым стаканчиком. Один. Два. Два. Три. Где Настя? Привет! И голова снеговика! Ура! Наш снеговик какой почти же он готов! Высокий. Настя, ну-ка ставь рядышком. Насте даже не видно из-за снеговика. Ручки так сделаем. Вот так. Вот ручки у снеговика. Сейчас мы с Настей нарисуем глазки. Глазки. Сделаем носик. И оденем его в шапку. Смотрите. Берем цветную бумагу. Черный цвет. Настенька, обводим. И у нас получится глазик. А с другой стороны я буду. Держи. Так, отсюда. Есть. Один, второй. Берем вот эту часть. И приклеим ее сюда. Посерединке. Все, у нас глазик получился. Классно. Ротик. Улыбка. И носик делаем. Так. Носик морковка. Я сейчас это белое заберу. Так, наши сферы мы между собой скрепили тоже. Да. Смотрите, оно все вот так стоит. И не снимается ничего. Осталось украсить голову. Глазики, носик, ротик, и шарфик. И шапочку. И потом еще один маленький секрет. Да. Начинаем. Так, вот здесь клеить, да? Вот здесь клеим. Здесь у нас будет носик. Вот так наш снеговик смотрит на елочку. Да. Носик сюда. Вставляем носик. Морковку. Да. Еще не хватает таких полосочки. Улыбка. Так. Вот здесь. Да. Вот шапочка. Вот наша шапочка. Прикольная шапочка в форме елочки. И там сзади здесь есть... каркасик тоже из стаканчиков, чтобы да. держала форму. Сейчас придумаем, как ее прикрепить сюда, конечно. Цепляем ручки. Вот такие они белые, конечно же. Есть? Готово. Привет, снеговик. Привет, давай пятерик. Мишура будет вместо шарфика. Новогодний блестящий снеговик. А могу сзади? Сзади, а я завяжу. Магия! Та-дам! Шарик готов. Снеговик такой крутой получился, он даже побольше Насти. Да? Огроменный, смотрите, какой прикольный. Ну, если он был без шапки, то мы были одинаковые. Почти одинаковые. Папа очень старался, и у него все получилось. Да. Почти моего роста, да? Да. Старались все вместе, украшали, делали его. Посмотри, какая у нас красота, какое прекрасное новогоднее украшение. Да. Будет компания нашей елочки. Да. Ну как вы думаете, это уже все? Думаю, да. Думаю, да. Посмотрите. Ну что же. Ух ты! Наш снеговик даже светится. Давай пойдем, снеговик. Это маленький сюрприз от папы. Светящийся снеговичок. Класс. Да. Я не ожидал такого. Я тоже. Ребята, поддержите нас лайками, много-много лайков, классных комментариев. И подписывайтесь на мой канал Малита Настя. Всем пока-пока. Пока. Пока. Пока-пока. Еще не забудьте внизу нажать на колокольчик. Зин-зири. Пока. Вот такой у нас крутой снеговик.
Сегодня у нас снеговик. Ребята, самое главное, если надумаете делать такое же украшение, без родителей нельзя, только под присмотром папы и мамы, да, или кого-то из взрослых. Пока! Пока! Сегодня у нас снеговик. Снеговик.